Я согласен. Дело дрянь. Такс. Ну что, в прошлый раз я поменял ремень левого усилителя, и он скрипит. Я точно знаю, что он скрипит. Причем теперь даже, по-моему, на любых оборотах, в основном на низких, но да. И при помощи двух человек, один внутри, другой снаружи, стало понятно, что походу он начинает загибаться, да, то есть он просто не проворачивается. Вот. Выхода особо нету, поэтому придется его сегодня менять. Слава богу, я заказал запчасть. Говорят, что это оригинальная запчасть, и вот так вот он выглядит. Так, значит, что у нас тут? Трубка одна, тут где-то должна быть другая прикручиваться, и все, сенсор там. В общем, по идее, два болта, и все готово. Должно быть все легко и просто, но увидим, что на самом деле будет. Так, вот старая демонтированная помпа. Ну, в общем, я не знаю, взял ее, покрутил, но она ничем абсолютно не отличается от новой. Возможно, что-то происходит под нагрузкой, но я не знаю. Вот, короче, два порта. Не помню, какой, по-моему, это возврат. Вот, а это туда, в общем, не знаю. Не верьте мне на слово. Здесь стоит какой-то сенсор, который никогда, походу, не подключался. Вот. Ну и, в принципе, значит, вот эта вот новая должна быть оригинальной. А здесь у меня, к сожалению, штикер улетел, видимо, куда-то очень давно. Вот. Ну, в принципе, выглядит, да, так же. Ну, то есть здесь есть немножко, здесь поверхность совсем чуть-чуть ребристая, я не знаю, видимо, из-за обработки. Здесь тоже немножечко ребристая. Я подозреваю, наверное, да. Оригинальная, по крайней мере, на веб-сайте писали, что это оригинальная, я думаю, так что да, ну, все правильно, гидравлическое рулевое управление, насос, так что все оно. Так, ну что, теперь пора все дело собрать обратно и посмотреть, все ли работает. Так, машинку завел, вроде масло ничего нигде не течет, я надеюсь. Вот, но с бачка, да, масло засосало, даже меньше, чем минимум, ну, я думаю, там миллилитров 100-200, бачок-то сам по себе маленький, вот. Так, ну что, сейчас попробуем выехать, прокатиться, посмотреть, покрутить руль туда, покрутить руль сюда и посмотреть, что же будет. Так, нехорошие новости однозначно. Все равно ремень скрипит. Значит, точно было. Шкив точно можно уже исключить. Ремень новый, помпа новая, но что-то там все равно не работает. Что, будем искать. Так, ну что, все, проблема решена. Ремень не свистит. Пришлось отвезти его все-таки к механику. Просмотрели все, нашли воздушный пузырь в системе, который по каким-то причинам не хотел сам выходить, поэтому они его там проталкивали как-то. Вот, соответственно, поменяли жидкость, протолкнули пузырь, и все стало само работать. Ну, в принципе, здесь два вывода. Или там изначально был пузырь, причем я абсолютно не понимаю, как он туда мог попасть. Вот, то есть, или была проблема в помпе, и когда я менял помпу, я, естественно, не налил туда жидкости, туда попал воздух, 100% это произошло, вот, и это послужило, но, собственно говоря, проблема была и до смены помпы, причем проблема та же самая, то есть, как-то, в общем, непонятно.
или жидкость. У меня есть глубокое подозрение, что они туда залили, скорее всего, синтетическую ETF-ку. Надо будет узнать, но как бы да. В общем, проблема ушла, так что сам себе механик. Ладно, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приходите слушать подкаст. Все, всем любви и счастья. Пока.